Всем привет! Вы на канале ИФОП. И сегодня я расскажу вам о самом ядовитом муравье в мире. А перед началом видео попрошу вас подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну что ж, поехали! Ядовитый, вооруженный острым жалом муравей вида Парапанера клавата, более известен как муравей-пуля. Он способен ужалить гораздо болезнее, нежели оса, шмель или шершень. Можно сказать, что в этом плане насекомое превосходит не только остальных представителей надкласса, но даже всех членистоногих. Муравей-пуля – насекомое темно-коричневого, почти черного цвета, с крупной головой. Общественный образ жизни не наложил на него такой сильный отпечаток, как на остальных сородичей. Матка всего немного больше рабочих особей, которые, к слову, выглядят почти одинаково. Обитает муравей-пуля на территории Центральной и Южной Америки, а если точнее, то на территории от Никарагуа на севере до Парагвая на юге. Муравьи-пули живут колониями по несколько сотен особей, сооружая гнезда, как правило, у основания деревьев. Питаются насекомые маленькими членистоногими, а также нектаром. Между рабочими особями соседних муравейников часто происходят ожесточенные сражения. Муравей называется пуля неспроста. Если верить рассказам тех, кому довелось испытать на себе его болезненный укус, ощущение действительно сравнимо с огнестрельным ранением. По шкале силы укусов Шмидта, которая определяет воздействие яда насекомых на человека и испытываемую им боль, это крохотное создание имеет статус 4+, в то время как остальные жалящие и кусающиеся представители надкласса вписываются в цифры от 1 до 4. Неофициальные этот вид еще называют муравей 24 часа. По свидетельствам пострадавших, боль от его укуса стихает только через сутки. Кроме того, она сопровождается параличом и тремором. Такие эффекты вызывают белковое вещество панеротоксин, входящий в состав яда насекомого. Индейцы амазонского племени Сатера Мавы используют муравьев-пуль в довольно жестоком обряде инициации, ритуальном превращении юноши в мужчину. Из листьев делают специальную рукавицу, в которую вплетают слегка усыпленных насекомых, таким образом, чтобы их жало были обращены к ладони. Когда муравьи приходят в себя, будущему защитнику приспособление надевают на руку. В нем он должен выдержать не менее 10 минут. В результате множества укусов наступает паралич руки и полная потеря ее чувствительности на несколько дней. Чтобы обряд завершился, юноша должен пережить около барабанная дробь. 20 таких испытаний! Давайте посчитаем, сколько всего времени в целом нужно продержаться в таком рукаве. Примерно 10 минут на одно испытание, через несколько дней еще одно. 10 умножаем на 20, получается 200 минут на все испытания. Но важно отметить, что одно испытание длится не менее 10 минут, поэтому прибавляем еще примерно 30 минут к общему количеству. Итого 230 минут. То есть один обряд длится в среднем 11,5 минут. 10-30 минут – это 3,8 часов, а это очень много. Мой рассказ подошел к концу. Прошу всех подписаться на канал, поставить большой палец вверх, оставить комментарий и посмотреть другие интересные видео на моем канале. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, пока-пока.